Серебро чемпионата мира. С такой наградой вернулся с соревнований по греко-римской борьбе среди юниоров мариупольский спортсмен Александр Трифонов. Он представлял Украину в весовой категории 50 килограммов. За выход в финал боролся с соперниками из Индии, Румынии и Азербайджана. Выиграть золото мариупольцу не дал спортсмен из Ирана. А больше всего Александру Трифонову запомнился бой с азербайджанцем. Первый период проиграл 4-2. В третьем периоде я сделал как бы коронный прием, 2 3-бальных броска, это считается как бы досрочная победа. Ну и выиграл со счетом 8-4 получается. Участвовали, значит, прошлогодний чемпион мира, призеры Европы, призеры мира. И даже в этом весе проиграл прошлогодний чемпион мира, скажем так, насколько было это сильное. Сильная весовая категория, что там конкуренция была очень большая.